Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня у нас интересная тема, как говорится, на злобу дня. Очень многие думают, что если они что-то плохое скажут, что-то плохое подумают, оно проходит бесследно. Но на самом деле все оказывается не так, поэтому очень рекомендуется контролировать не только свои слова, но и мысли. Елена, как ты думаешь, здравствуй. Привет, Маргарита. Думаешь, насколько все-таки в наше время опасно думать негативно, ну и, соответственно, что-то говорить негативно? Ну, в наше время вообще это опасно. Всегда было опасно, потому что как бы человечество формируется прежде всего из определенных ментальных моментов, да, как бы своего развития. Вот, извиняюсь, прот. И, соответственно, сейчас это стало в два раза как бы ускоряться. И существует принцип «бойтесь своих желаний». Если вы неграмотно брошенное слово или еще что-то, допустим, мысль, да, какую-то пропускаете и забываете ее, то автоматически у вас это дело все материализуется. Поэтому как бы я всегда всех призываю следить за разговором, да, следить за базаром, потому что помимо каких-то воздействий, допустим, на нас, существует еще собственный беспредел в голове, да, когда люди, допустим, с набором своих эмоций, переживаний, они могут справиться и, соответственно, как это сказать, могут формировать реальность вашу или свою, как бы в зависимости от своего эмоционального состояния. Вот. Поэтому эмоциональное состояние все равно сопряжено с мыслеформами, которые вы обязательно, эмоции окрашиваются в мыслеформы, и вы все равно, как бы даже если вы в чувствах что-то подумали, вы подумали прежде всего в адрес кого-то, в адрес чего-то. Вот. В данном случае, как бы если опять же посмотреть на жизнь каждого, да, товарища, обывателя, не обывателя, вообще как бы каждого персонажа, да, как бы своей истории жизненной, то мы все как бы видим, что есть какие-то люди пустые, да, которые формируются в зависимости от реальности вокруг них, как бы можно так назвать их ботами, да, или людьми, которые, в принципе, формируются пустые, полупустые. Это либо вновь рожденные как бы души, которые еще опыта особого не имеют, они наполняются за счет формирования среды вокруг, да. Соответственно, отсюда они делают ошибки какие-то или не ошибки, и отсюда у них идут уже следующие этапы реинкарнирования. Вот, ну, если взять принцип «бойтесь своих желаний», то сколько раз, да, наверное, вы замечали, что неправильно сказанное желание, там, брошенное кому-то, оно потом формирует вашу реальность. Здесь надо очень аккуратно все говорить и проговаривать, тем более сейчас, с учетом квантовых переходов, то у нас потепление, то у нас будет похолодание, да, и, соответственно, в зависимости от этого мы начинаем как бы менять структуру среды вокруг нас, да, под ту действительность, которую нам бы хотелось. Маргарита? Ну, даже японский ученый провел исследование и выявил, что слова и мысли влияют на воду, и доказал это, проговаривая рядом с водой определенные слова и мысли, потом замораживая, и снежинки там получались, где слова были произнесены с любовью и добром, снежинки получались очень красивые и симметричные, и с великолепным узором, а там, где были сказаны плохие слова, снежинки все были бесформенные, поломанные, все такое. Это говорит о том, что слово действительно, а так как мы все состоим из воды, по большей части, слово влияет. Очень многие не осознают опасность. Да, но тут существует принцип. Да, существует у нас матерный сленг, все мы знаем его, соответственно. И грамотное использование этих слов тоже важно. Скажу сразу, что сказать, что вот как бы вообще нельзя ругаться матом, ну, например, да, или какими-то черными словами, но все зависит от той энергии, которую вы в них вкладываете.
Если, допустим, вы что-то в адрес кого-то говорите, допустим, применяя вот эти слова, как ты говоришь, вот негативные, да, от которых цветы вянут, если они направлены, допустим, на... Если сильное переживание человека неправильно трансформируется, плюс слова, форму слов как бы превращается, то, соответственно, человек этими словами может убивать. То есть если человек неграмотно использует, допустим, в адрес кого-то формулировку, там даже переживая за кого-то, либо еще или за себя, там, да, эгоистично, то фраза, допустим, сказанная, что человек умрет, она будет иметь достаточно фатальный смысл. Я очень много сталкиваюсь сама вокруг, ну, в людях с этими ситуационными моментами, знаю какие-то общения в семьях, да, кто как общается, и, допустим, вот я вчера ездила в Москву, решала вопросы определенных людей, и я столкнулась с определенными ситуациями, да, как мне пришлось заходить в медицинское учреждение, и я вам скажу ощущения свои, да, как бы от формы людей там. Ну, во-первых, как бы люди как будто бы на эшафот туда заходят, да, то есть точка понимания, что у них дальше после визита в это заведение, явно будет под вопросом, да. Я как бы сопровождала людей туда, поэтому я туда, ну, проявилась, да. И я вам скажу одну вещь, как бы меня, конечно, поражает отношение врачей. Я вам честно скажу, это все-таки люди, которые эгрегорно должны отвечать за здоровье граждан, абсолютно этого нет. Конвейер просто. И когда вы заходите в такое место, кстати, тоже стараюсь предупредить вас об этом, вы должны понимать, что существуют люди, которые сбрасывают болезни. Особенно если это в массе своей там маленькие помещения, да, и сами люди, может быть, уже знают, что у них есть, либо подозревают, либо это на уровне биополя, а вы там третесь около этих людей, и вы автоматом можете получить сброс на себя. И реально вот вчера я стояла как бы посередине, да, потому что там практически все друг у друга на голове были, да, и я как бы никого не касалась, потому что я очень четко ощущаю форма, мыслеформа людей, то есть что люди думают, какое заболевание, да, там. И я стараюсь в таких местах, даже в общественном транспорте или где-то, я стараюсь не присутствовать, потому что мне это начинает грузить. Я автоматически начинаю перерабатывать негатив, а так как его много, то я начинаю звереть от этого, потому что тут же люди чувствуют, что кто-то с ними работает, хотя я этого даже и не планировал, да, и происходит момент, где идет сброс уже на меня от того, что, допустим, я не в состоянии на данный момент такое количество переработать, либо я просто даже не хочу, да, то есть я тоже как бы имею свое мнение в этом, потому что существует принцип снятия негатива, все-таки должен быть кармический, люди должны понимать, что с ними работают. Тут идет просто беспринципный сброс. И тот, кто готов принять, люди абсолютно точно это сбрасывают, поверьте. Я вчера, короче, эту всю картину наблюдала. Значит, у меня все это начинало закипать, соответственно. Причем по моей системе, как бы, я стараюсь на себя это не брать. Вокруг меня это формируется внешне. Но эмоции у меня тоже как бы внешние. И у меня происходит момент накопления, значит, перебора. Я чувствую, что пошел перебор. И просто была неудачная фраза регистраторши, которая поперек сказала там людям, с кем я была. Это был ядерный взрыв, я вам скажу. Я просто, ну, без мата, конечно, да, совсем черного, но я просто там отфигачила так. Вот, то есть вот этот сброс, который, вот то, что я почувствовала, просто там сбросил. Крайне оказалось, конечно, девочка, у которой мозгов, явно ЕГЭшные мозги, да, которая абсолютно не умеет работать с людьми, да, там, и она неправильно сказала, как бы, свою фразу людям, с кем я была, и все, меня понесло. Вот, а дальше меня уже понесло в прихожей, там вот это, где одежду, значит, это сам я и там тоже выдала все, что я думаю по поводу этого заведения. Короче, я там, то есть что произошло, смотрите, все, что практически там попытался на меня навеситься, я просто там же и оставила, и сделала сброс в такой форме.
Вот. Но я, естественно, сделала сброс в адрес заведения самого, помимо того прочего, не на людей. То есть, смотрите, когда делается подобный сброс, вас кто-то вывел из себя, и вы делаете этот сброс, основная масса людей пробивает того, кто рядом, сразу. Я же этот сброс сделала практически в пространство, не в адрес людей, которые там вокруг меня были. Я это сделала в адрес заведения, которое неправильно формирует процесс работы с людьми. Вот и все. То есть через какое-то время проблему получит само заведение, причем от тех людей, которые могли тоже так бы чем-то недовольны, и люди просто это дело выставят где-то что-то. Да? Я буду, конечно, может быть, где-то мониторить, может быть, нет. Мне, в принципе, все равно, как бы, да. Я просто к тому говорю, что если вы супер вежливый человек, и вы будете терпеть, когда вам наступает на ногу, поверьте, ваша нога будет болеть, и вы потом получите заболевание. Я не призываю всех пинать ногами, если вам наступили на ногу, но грамотно поставить на место в той форме, в которой вы можете, вы должны. При этом так, чтобы и не вам, и вы ни себе не навредили, ни окружающим. Опять же, делается сброс подобного эмоционального фона, прежде всего, как бы в массовости своей, не на конкретного человека, который там, не знаю, секретарш ваш или еще кто-то, да, там, или продавец в магазине, или вы домой пришли не с той ноги, да, набрав этого дерьма по дороге. А вы это делаете выброс туда, в тот эгрегор, который как крайний в этой ситуации. Вот в такой форме, да, сбрасывать обязательно надо, потому что вот смотрите, когда люди приходят в храм, любой религии, неважно. Или, допустим, вот у нас есть капище, да, как бы где мы с богами общаемся, но не все туда приезжают, да. И здесь идет поддержка богов, да, или бога, эгрегор. То есть вы заходите в храм, и сам процесс религиозного вот этого верования, да, оно как бы намоленное место, оно вас очищает. То есть как бы связь с Богом присутствует в любом храмовом месте. А там, где существуют какие-то воздействия на храмовые места от государства, как это у нас происходит с католической церковью, да, там происходит сбой, и практически люди начинают абсолютно отходить от этого эгрегора, да, уходя в то, что готовы принять их. В данном случае там может прийти мусульманство, да, в своей форме. Вот, поэтому в какой-то степени, к чему призываю, если у вас накапливается энергия, во-первых, это надо снимать, да, этот негатив, потому что я, например, вчера, во-первых, я проехала очень много, да, там пробки бешеные, как бы все-таки, и я практически весь день за рулем была, и вот это еще накопление того, что я там, как говорится, получила такой бонус нехороший, да, мне позволило вот это сбросить, да. Естественно, я потом, как это сказать, проработала это уже своей вот работой с медитацией, да, которую я даю на сеансах, которые я автоматом в эту медитацию, я вхожу автоматом, то есть, да, как бы это тем, кто у меня проходил сеансы, я призываю еще раз, что это одна из форм, где вы можете сами себя защитить. Потому что если вы почувствовали какой-то негатив после транспорта, мало того, бывает сброс, вот просто женщина раздраженная мимо вас будет идти, я не знаю, с какой-то сумкой пожилая, да, как это было, кстати, в том заведении, где я была, и она принципиально прошлась сумкой около тех людей, где я, с которыми я приехала, и около меня, значит, я, ну, почти посередине, получается, стояла, там все места были заняты. Я, соответственно, просто развернулась в ее сторону и молча сбросила обратно, как говорится, то, что она попыталась мне сделать. То есть существуют люди, которые осознанно сбрасывают негатив на уровень биополя, пройдя мимо вас. И если вы обычный обыватель, который в это все не верит, это правильно. С одной стороны, вас до поры до времени это будет защищать. Но в какой-то момент времени у вас произойти может переполнение, и вы получите негатив. То есть это хорошо, если у вас кто-то может вас защищать, снимать негатив, как вот я у своих близких, там, друзей, те, кто ко мне обращаются, скверенты, да. А если у вас все-таки нет такого человека, учитесь хотя бы сами вот это дело модерировать. Маргарит.
Ну, насколько я знаю, как минимум, когда заходишь, когда пообщаешься с кем-то негативным, то один из способов защиты – подержать руки под холодной водой, хотя бы. Ну, тоже работает, но я тебе скажу, тут все зависит от накопления негатива того или иного заведения, неважно. Вот, потому что мы в тот же день были в другом, как бы, тоже медицинском заведении, там абсолютно нормальное состояние. Вот, и я вам скажу разницу. Конечно, я туда пришла уже, как говорится, заряженная на боевые действия в любом случае, да, как бы я уже понимала, что я могу встретить, но абсолютно все там было гармонично. Мне достаточно было расставить приоритеты словесно, и абсолютно все прошло гармонично, нормально. То есть я к тому вам говорю, что существует организация, да, или структура, где вам все равно нужно понять, что если там идет дикий сброс негатива от самого эгрегора здания, да, который, допустим, это бывает, допустим, там, где много страданий, переживаний, тяжелые низкочастотные энергии, да, то есть вы туда приходите, и само заведение, оно не перерабатывает этот негатив, потому что, как бы, в принципе, если взять медицинские учреждения, то само заведение, как бы, с учетом высокочастотных врачей может перерабатывать этот негатив. Если в самом заведении корысть присутствует и прочее, 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 да, и как бы люди поставлены на поток, как это сейчас мы наблюдаем, да, там обслуживание, то в итоге мы видим, что люди не заточены в этом заведении на результат. А если люди не заточены на какой-то результат в своей работе, потому что они все равно на зарплате, то в итоге они достаточно, ну, пофигистично относятся к пациентам. И вы, когда в подобные вещи заходите, если вы чувствуете, что это подобного рода заведение, я советую там не лечиться, я советую туда своих близких не отправлять, если вы с кем-то сопровождение, да, как бы сопровождаете. Я советую тоже все-таки искать то место, где будет более комфортное состояние. Не секрет, что как бы, ну вот если даже вспомнить разные вот эти вот всякие в царские времена еще были вот эти все сестры милосердия, там, в принципе, определенный был кодекс чести поведения, да, как бы, как надо, вот, и в любом случае, то же самое, кстати, допустим, в метро, ну, я в метро давно уже не была, но тоже я, сколько помню, там тоже, то есть в иной вагон ты заходишь, там шквал негатива низкочастотного, да, а в иной вагон ты заходишь, абсолютно гармоничная атмосфера. И я вот этой своей медитацией как бы работала тоже таким образом. То есть я все те пространства перекрываю энергетически и чищу, то есть чтобы уже зайти в чистое пространство. Вот, потому что как бы все равно свое пространство вокруг себя надо работать с этим, да, то есть вы работаете со своим телом, со своим биополем и с пространством вокруг себя. Потому что прежде всего как бы работа с мыслями зависит от вас самих. То есть если вы не умеете себя сгармонизировать, и люди, которые вас любят и чувствуют на расстоянии или рядом, то есть вдруг начинают чувствовать дискомфорт там как-то, потому что вы там взбесились, ну, как бы немножечко помните об этом и старайтесь гармонизировать себя, помня, что люди вас могут чувствовать. Потому что бывает такая чувствительность у близких, да, очень сильно. Маргарит? А как можно сгармонизировать пространство? Ну, всегда должна быть опорная точка, куда человек возвращается. То есть я даю на сеансах вот свои наработки авторские, и по последующих циклах жизни люди, всегда возвращающие к этой моей практике, они всегда могут восстанавливать себя, да? Если у вас какие-то другие практики, то вы можете с помощью их. Но, к сожалению, каждый человек формируется поступенчато, и мы всегда возвращаемся к самим себе, к разным, к самим себе. То есть вчера там, я не знаю, в 15 лет вы один были или одна, да? В 20 человек уже меняется, у него другая опорная точка, на которую он или она ориентируется, выравнивая свое состояние. Кто-то вообще ничего не выравнивает, колбасит не по-детски, человек по этим волнам так и живет. То человек настроение, да, как бы, то погладил, то отфутболил, то есть захотелось, то есть нету понимания, да, у человека, что как бы должна быть какая-то ровность в отношениях, что ну нельзя так, да. Вот. С такими людьми очень сложно, конечно, и
Здесь тоже надо как бы либо вы учите человека, то есть общаться, да, если вы как бы в этом понимаете, либо вы отходите от этих таких людей, да, потому что, ну, как бы понятие футбольный мяч в общении, оно вообще не должно быть, да, там. Вот, то есть должно быть понимание, какая-то забота, ответная реакция, да, какая-то плюсовая, да, на то, что вы для кого-то что-то делаете позитивно. И еще, кстати, тоже заметила, что вот я посты вот эти ставлю, да, вот в эту неделю я выставила посты в три группы, как всегда, и я обратила внимание, вообще все гармонично прошло, то есть тоже, кстати, благодарю всех, кто гармонично эти посты реагирует, потому что действительно люди понимают, что это какая-то поддержка. Ну, были там, может быть, несколько, пару-тройку троллей, но я как-то их, ну, с одной я уже разобралась, а с другими как-то так. И даже не стараюсь не обращать внимания. То есть в какой-то степени люди сами по себе, бывает, сбрасывают вот это настроение тоже в соцсетях, а в итоге сами же потом по жизни будут от этого страдать. Кстати, могу поздравить всех фейков и троллей сейчас, за это все дело взялись у нас в России. А вот и в соцсетях, и в группах будут мониторить ситуацию на уровне ФСБ, в принципе, да, и я считаю это правильно. То есть поэтому как бы за языками следить придется конкретно. Маргарит? Получается, что даже если ты находишься в общественном месте, и ты можешь получить такой удар, который может сказаться в будущем на твоем здоровье, на твоей жизни, правильно понимаю? Конечно, да, то есть абсолютно точно. Вот возьмем даже ситуацию, что люди вышли там где-то на площадь, да, вот кто-то по глупости, кто-то погулять, кто-то шел мимо, особенно если кто-то там поддерживал чего-либо, да, негативное для чего-либо, ну, как какой-то выплеск толпы, да, автоматом вы становитесь соучастником, то есть этот выброс вот этой энергии, недовольства, негатива, иногда подтекстный, совершенно люди могут быть настроены на это, он также влияет на тех, кто стоял рядом, проходил рядом, особенно вот как бы энергии толпы, да. И здесь, если нет у человека каких-то убежденностей, то человек... И он может или она, да, там попасть в дальнейшем в такое же сообщество, где этим человеком будут манипулировать, и, по сути, человек испортит себе репутацию и пойдет не потому, только потому, что его зацепила вот эта вот какая-то компания, да, там. Не секрет, сколько раз у людей, вот, не знаю, вы замечали, просто я как бы... мониторю моменты, да, в жизнях людей, я общаюсь с разным, как бы разностатусными людьми, и абсолютно там мне многие рассказывают какие-то свои истории иногда, вот, и я даже вижу, как бы даже не обязательно что-то рассказывать, и реально я вижу, что вот человек шел там, допустим, мимо какого-то магазина, там случайно зашел, вот что-то там не так пошло, и у человека потом происходит проблема. Всего лишь сцепка была там, я не знаю, с человеком, который там заходил в магазин вместе с ним и сбросил там какую-то негативную программу, не думая об этом. А, допустим, прохожий человек раз подцепил это, и он пошел это сделал. То есть еще существует такое, вот, понимаете. Поэтому здесь нужно четко понимать, где вы, а где то, что вам навешивают. Потому что сейчас, сразу могу сказать, навес идет через... YouTube, ну, не то, что YouTube, через передачи, да, навес бывает хороший, там, вам дают позитив какой-то, бывает не очень. Вот, в любом случае, все, что мы слушаем, все, что мы... У каждого свои встречалки, назовем это так, да, каждый потом разворачивает в своей жизни то или иное, соответственно, да, что поймали, как говорится, из встреченного. И мы в итоге потом с этим дальше идем по жизни. То есть, дополняя все это мыслеформами, мы начинаем регулировать уже направление, да. То есть, если вы в чем-то сомневаетесь, ну, тогда вы получаете это сомнение там. Если вы внешне одно, а внутри другое, то все, что у вас внешне, там, сомнения, страхи, переживания, оно у вас материализуется. Вот. Но внешне вы можете... там все что угодно говорить, но если у вас внутри программа негативная,
вы будете формировать в своей жизни именно негативную программу. Маргарита? Честно говоря, я с детства не люблю находиться в большом скоплении людей, в толпе, потому что идет прям давление, ощущается. И я так думаю, что любая толпа формируется не случайно. Соответственно, все эмоции толпы, будь они положительные или отрицательные, они все куда-то уходят, и кто-то этим очень хорошо пользуется и питается. Поэтому, находясь в толпе, надо понимать, что тобой, в принципе, могут позавтракать или пообедать. Выплескивать энергию впустую, и потом они, скорее всего, после того, как там покричат, поэмоционируют, все равно приходят как опустошенные. Это означает, что они подарили кому-то свою энергию. Как ее восполнять, и не пробьет ли она дыры потом в здоровье, это большой вопрос. Ну, вообще-то, да, получается, что это присутствует, как бы, да. Поэтому здесь нужно абсолютно точно быть осторожными, да. Надо понимать, кому ты отдаешь свою энергию, стоит ли оно того. И вернется ли тебе обратно что-то в плюс? Ну, скорее всего, в... К сожалению, минус. Да, в толпе как бы люди не соблюдают. Бывает еще, что люди хотят находиться в толпе, хотят быть в каком-то сообществе, где кажется, что ты не один. Страх одиночества, да, существует там. Хотя, если посмотреть сейчас на общество, мы все, ну, по сути, разобщены, да, каждый там, ну, виртуально люди общаются, где-то люди встречаются, но разобщенность присутствует, потому что слишком все, лазя в интернете, как говорится, желают совершенно разного от разного, то есть нету объединенности. Возможно, да, контекстная реклама формирует мышление, и совершенно нет понимания, что произошло там, где вот я устроила разгон, да, так сказать, там всего лишь было непонимание. То есть человек, который общается там с людьми, кто заходит в подобное заведение или в любые другие, не должен, ну, должен понимать как-то, да, а понимания нет, потому что человек сказал фразу, которая вообще ни в какие ворота не вписывается, что просто меня с резьбы сорвало, да, вот. Но я вам скажу, что то же самое может быть везде, то есть именно точка непонимания, она может вызвать такой вот стресс, да, вот у обычного человека, то есть если я грамотно все это сделала, да, в принципе, защитив тех людей, с кем я была энергетически, то и себя, да, то если вы в такой ситуации оказываетесь, то вас просто вынесет на эмоции, и вам придется пить корвалол там, или хотя его пить нельзя, но что-то сердечное, потому что может пробить даже как бы и сердечную чакру, да, то есть если вы вот так вот среагируете на какое-то непонимание или неправильно сказанное там слово, да, как бы, потому что когда мы куда-то приходим, вообще в любое место, мы все-таки хотим встретить понимание, но как бы, если вы заметили, практически его очень мало, да, если оно даже есть, оно либо присутствует, потому что эгрегор, там, я не знаю, банка, эгрегор МФЦ, да, там, эгрегор государственного учреждения медицинского предусматривает кодекс поведенческий, да, персонала, который обязывает их так себя вести. И тогда, да, вы будете встречать понимание на уровне того места, куда вы зашли. А если вы заходите, и там такого нет, соответственно, то, ну, или за этим никто-то не следит, или сам себе режиссер, тот человек, на которого вы попали, это может быть даже в магазине, то вы можете встретить очень большое непонимание. Как бы потом, конечно, там эгрегорно этого человека накажут, если человек там вам нахамил, но все равно вы как бы получите, ну, энергетический удар. То есть, как это сказать, вся проблема в обществе сейчас из-за непонимания. То есть никто не хочет понимать позицию другого человека. Это все равно, что люди живут, наступая на места друг друга и при этом предъявляют друг другу претензии. То есть где-то так. Маргарита?
Да, очень сложно сейчас найти взаимопонимание. Я вот в каком-то из каналов слышала такую информацию, что с 27 января по 7 февраля тут какие-то движения идут, скажем так, темных сил, и надо просто держать себя в руках и сдерживать свои эмоции, не поддаваться ни на какие провокации, чтобы не получить никаких пробоев и проблем в будущем со здоровьем. Слышала такую информацию? Я что-то как-то пропустила эти новости. Ну вот прошла такая информация, что вот эти дни, они достаточно сложные именно в эмоциональном плане, поэтому по мере сил надо обходить острые углы и держать себя в руках. Вот такая история. Ну, чем более эгрегорно завязан человек с каким-то, как это сказать, местом, да, где ему обязательно надо присутствовать, чем больше человек завязан с количеством людей, где существует стереотипное поведение и понимание чего-либо, да, там, тем больше человек подвержен тому, что может влиять на тот или иной эгрегор, да, допустим. И тем больше человек обязан соблюдать принципы, правила поведения этого эгрегора, да, какого-то сообщества. Вот. Если человек, допустим, больше как бы одиночка в плане сам создал себе рабочее место и не зависит от эгрегоров, а как бы между ними, вот как у меня получается, да, то есть я абсолютно свободно могу входить в любое пространство, любое статусное место. Вот мне захотелось, я пошла, да, там. Но у меня всегда есть необходимость, если, ради чего я это делаю. И таким образом у меня происходит момент, я могу выходить на любого человека из любого статусного там, общества, да, как бы, но при этом я все равно самостоятельна. И на меня не действуют вот эти вот общепринятые нормы, как бы, да, воздействующие на любой эгрегор в целом, да. То есть я могу к ним прислушаться, могу нет. У меня все равно своя позиция. Что я по жизни как бы и делаю уже, в принципе, много лет. То есть я, можно сказать, да, я практически, можно сказать, я абсолютно свободна. То есть я могу направо пойти, налево. То есть я не свободна от своего направления, я там не свободна от своих обязательств, да. Но при этом я как бы все равно придерживаюсь принципа свободного регулирования своего направления. То, чего не может, допустим, себе позволить человек, который связан с какими-то обязательствами эгрегорными, какая-то многоступенчатая система, типа работа в школе, там, я не знаю, на предприятии, еще где-то, да, там. То есть в этом плане, с одной стороны, ты как бы работаешь на каком-то месте, и тебе комфортно, да, например, а в другом плане ты все равно не видишь развития, потому что эгрегорность пространства этого места, оно тебя держит и не дает тебе так формироваться, как ты хочешь. Отсюда могут тоже быть стрессовые состояния, да, у таких людей. Маргарит? Ну вот у нас есть в теме передачи такой вопрос, как правильно формировать свое будущее все-таки, как ты думаешь? Но здесь... Какими мыслеформами, какими словами, я не знаю. Как визуализировать? Прям такой человек... вопрос за 5 секунд, ты не ответишь. Визуализировать? Ну, прежде всего, как вы в детстве мечтали что-то вот иметь, хотели, и потом подросли, и вдруг у вас это все сбылось. Здесь тот же принцип, просто большая проблема человеков, да, людей, что с возрастом люди перестают, ну, как бы притягивать все то, что хотели бы. Многие живут для кого-то, да, там, и те, кто живут для кого-то, они формируют свою жизнь в зависимости от того, что они отдают. Ну, как бы в итоге себе ничего не оставляют. Это очень плохая проблема, ну, большая проблема для таких людей, поэтому здесь вам надо посмотреть, что вы вообще хотите от жизни. Потому что если вы, соответственно, от жизни хотите каких-то бонусов, бенефитов, что-то хотите добиться, но вы должны тогда грамотно разворачивать в это направление свою жизнь. Да? Как бы если вы сидите, ничего не делаете, но вы ничего не добьетесь там, как бы, да, то есть нужен план какой-то,
я не называю это бизнес-планом, это какое-то расписание вашей жизни на какой-то период, который вы могли бы четко формулировать и идти по этому плану, что вы хотите. А большая проблема у многих, что люди не знают, что они хотят. А вот, прежде всего, вот надо начать с того, чтобы посмотреть, что вы хотите, что у вас сейчас есть, что вы хотите дальше. И, конечно, снимать негатив, потому что если у вас присутствует негатив родового или иного характера, то вы автоматически будете тот стереотип этого негатива, что на вас, как говорится, сделан, заложен, формировать в дальнейшем в перспективе. Выглядит это так, что вы даже если хотите чего-то поменять, и у вас идет, например, это, но мысли, допустим, какой-то тетеньки, которая сделала вам негатив, может перекрыть это, и у вас вдруг появится сомнение в правильности выбранного пути, да, там, я уж молчу про людей, кто около таких людей, вот, ну, кто у кого-то может иметь разговорный момент, да, там, говоря, да тебе это не надо, да ты зачем тебе это надо, и человек начинает сомневаться, сомнение порождает тормоз, да, то есть вы начинаете думать, что вам это не надо, ну, то есть вот здесь сомнение, оно вообще как эмоция очень достаточно опасна, да, то есть вы, сомневаясь в правильности выбора пути, можете не в ту сторону пойти, и все. И за счет этого вы неправильно сформируете свое будущее, да, как бы. Поэтому люди к нам обращаются, к тем, кто может видеть судьбу, да, чтобы мы могли как бы посмотреть правильно. Но тут тоже надо смотреть, к кому вы обращаетесь, потому что могут так посмотреть, что вообще не в ту сторону пойдете, да. Это как это сказать, что врачи, что парапсихологи, что целители, что все люди остальных специальностей, надо смотреть, какой специалист. Сейчас вообще как бы эра такая, что приходит время, когда, если вы видите, что это специалист, действительно в том или ином направлении, советую придерживаться принципа этого специалиста, чтобы быть на связи, потому что иначе можно очень легко попасть под специалиста, не специалиста и получить какую-то проблему, из которой потом будет тяжело выбраться. У меня такие случаи у людей были, которые прыгали по таким вот специалистам, как я, но при этом попадали на непонятно что, то есть, соответственно, и были потом проблемы, мне приходилось вытаскивать людей, хотя бы приводить в ту форму содержания, как это было, когда они ко мне раньше приходили. Вот, поэтому здесь в какой-то момент времени формировать себя надо, исходя из того, что у вас было, из того, что у вас есть сейчас, из того, что вы хотите дальше. Вот, и, соответственно, существуют практики, как это делать, я на сеансах их даю. Маргарит? Возникает вопрос, как отличить добросовестного специалиста от недобросовестного? Ну, вообще, как бы добросовестный специалист в любой отрасли, в любой сфере, он заточен на результат у пациента, у клиента, да, у кверента. То есть, как бы, если вы понимаете, о чем я, да, то есть должен быть результат. То есть это все равно, что вы пришли в ресторан, и вам приготовили еду. Повар, он должен быть заточен на результат, что его еда понравится. Потому что первое, если еда не понравится, на него пожалуются, его уволят. Он лишится рабочего места, да. Там то же самое врачи, да, там то же самое еще кто-то. То есть, но существует принцип, что если люди только из-за этого делают свою работу хорошо, то это хорошо, конечно, но не очень, потому что человек тут же расслабится, если с него не будут требовать результата. Вот. Должна быть самоорганизация, важность результата внутри себя, да? То есть если вы понимаете, что как бы специалист какой-то перед вами все-таки имеет решить ваш вопрос, и главное, что был результат, то тогда вот это тот, ну, это как вы смотрите такого человека, ну, с такой специальностью, как я, да, то, соответственно, вы решаете вопрос, как бы вам сказать, да, то есть вы решаете вопрос, соответственно, тому, как человек вот ответит на ваш вопрос, да, ну, например,
И исходя из этого, вы все-таки можете дублировать еще у кого-то. То есть бывает, люди ходят по трем специалистам, похожим, да, так я бы сказала. Вот, и у них получается как бы вот этот момент такой бывает, да, что они в итоге находят своего специалиста. Все равно методом тыка, я бы так культурно сказала, да. Еще бывают моменты, когда они начинают ходить по таким специалистам, то некоторые еще на них навешивают. Ну, это уже, да, это уже другой уровень специалистов, потому что я сталкивалась с этим. Вот у меня бывают случаи, да, когда ситуация сложная. Например, да, не буду сейчас говорить, кто и что, но бывают у меня такие случаи, когда мне человек звонит или звонит и говорит: Лен, вот как ты видишь, если ситуацию можно вытащить как бы в плюс, ну, в принципе, я все равно говорю 50 на 50, да, вот, потому что всегда есть 1% из 100, что будет элемент чуда, как у меня это бывало не раз, и диагноз смертельный становился пустышкой, да, и потом просто говорили: ошибка врача. Вот. Другое дело, готов ли пациент, там, кверент, в это верить, да? Люди вдруг понимают, да, конечно, там это вот связано было, там, неправильный диагноз, а всего лишь это было, допустим, мое видение. Я сняла негатив, и у человека восстановилось биополе, и диагноз просто ушел. У меня такие случаи были, да, там я переводила, допустим, из злокачественных состояний пациентов в доброкачественное, и, в принципе, делали операцию, и у человека налаживалось. Но если человек живет по старым граблям, постоянно, как говорится, крутя себя на тех же позициях, с которыми первый раз ко мне пришел, то в итоге все равно люди получают то или иное, как говорится, по вере своей, да, то есть если люди не развиваются, если люди пришли там, как это сказать, несерьезно, ну, либо просто, знаете, в основном там разложить на будущее, да, там, то есть человек не думает вообще о настоящем, там, и что у него или у нее происходит, но там, или просто какая-то тема беспокоит в здоровье близких, там, в психологическом или физическом, люди пришли, вот я там руками помахала, у человека все восстановилось, да, и все, человек там пропадает через какое-то время, потом появляется, а там у родственника или еще у кого-то может быть какая-то плохая ситуация. Вот здесь я всегда говорю, что нужно вовремя приходить. То есть если вы чувствуете какой-то момент, да, что все-таки у вас было не так, то надо стараться чувствовать свою жизнь. Но, к сожалению, в основе своей очень многие живут по течению, как бы, да, особенно когда все налаживается, человек не отслеживает все эти вещи. То есть вот я, например, постоянно живу в этом состоянии потоковой энергии, да, да, это тяжело, кстати, это утомляет, но я постоянно контролировать стараюсь то иное состояние, работать с собой, помимо работы с людьми. А сами люди в основе своей не всегда так делают, и это порождает иногда не то будущее, которое люди хотят, вот в чем проблема. Поэтому, естественно, работа со своими мыслями прежде всего. Маргарита? Ну, на этой позитивной ноте мы, наверное, сегодня завершим наш эфир. Действительно, надо контролировать свои мысли, работать с ними. И тогда у вас все начнет налаживаться. Главное, не поддаваться на провокации окружающих. Это очень важно. Некоторые стараются вас зацепить, а потом подпитываются вашей энергией. Не давайте. Благодарю, Елена. Всего доброго. Пока. Всем пока.